Главная торговая улица ливанского Триполи вновь ожила. Звучит музыка, работают магазины, открылись кафе. Однако еще несколько месяцев назад здесь все было разрушено. Улица Баб-аль-Дахаб пострадала в ходе конфликта между двумя враждующими районами города. Один населяют алавиты, другой – сунниты. Ожесточенные столкновения между ними прекратились в 2014 году. Теперь же активисты запустили несколько проектов по восстановлению города. Нам нужно обновить все забытые места, которые раньше были жизненно важны для ливанского народа. Надо вернуть их к жизни. Мы начали это делать в Триполи и надеемся, что нашу инициативу подхватят во всем Ливане. Восстановление улицы привлекли 80 бывших боевиков – и суннитов, и алавитов. Они работали под руководством опытных мастеров и архитекторов. Отстроили более сотни магазинов. Нам всем от этого лучше, потому что мы не бездельничали. Мы все тут отремонтировали, чтобы жизнь налаживалась. И между нами, жителями Джабаля Махсена и Баб-аль-Табане, был мир. В рамках проекта специалисты обучили 12 молодых женщин графическому дизайну и маркетингу. Они помогли магазинам сделать рекламные материалы. Молодые мужчины и женщины из Джабаля Махсена и Баб-аль-Табане работали вместе. Мы приобрели замечательный опыт, научились сотрудничать и забыли о противоречиях между нами. Надеюсь, улица Баб-аль-Дахаб будет процветать. Теперь жители ливанского Триполи планируют отремонтировать и другие районы города, чтобы вернуть ему прежний вид.